Карачаево-Черкесия – один из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого были подведены накануне во Владивостоке. Лауреатом форума развития малых городов и исторических поселений стал Малый пруд в парке культуры отдыха «Зеленый остров». О том, как удалось достичь успеха, в нашем сюжете. Одна из главных достопримечательностей Карачаево-Черкесии и региональной столицы снова в числе лауреатов всероссийского конкурса. Ранее «Зеленый остров» становился обладателем престижной награды как лучший парк развлечений. И вот новый успех. Победителем стал один проект. Город Черкесск. Друзья, давайте аплодируем город Черкесск. Проект «Малый пруд» в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Малый пруд в парке «Зеленый остров» – единственный проект, который был представлен от Карачаево-Черкесии. И благодаря работе большой команды людей удалось добиться главного. Появилась возможность реализовать задуманное. При проектировании учтены все нюансы. Приняты к сведению ряд пожеланий от населения, которое активно голосовало за поданную Минстрой России заявку, что также сыграло в итоге немаловажную роль. Сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии, там, местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг Малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. Вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить, да, сложившуюся ситуацию. На благоустройство новой территории из средств федерального бюджета будут выделены более 105 миллионов рублей. Остальное, то есть около 40% средства из регионального и муниципального бюджетов. Проектом предусмотрены обустройство пирса, водные экскурсии по каналам, соединяющим Большой и Малый пруды, строительство веревочного парка, открытие детской игровой тропы, установка уличного освещения и многое другое. Разумеется, не будет оставлен без внимания и спуск в парк со стороны улицы Розы Люксембург. Как отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, принципиально важно оставить территорию зеленой, живой и цветущей. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия.